Ярмарки в Новом Городе пользуются особой популярностью у горожан. На торговлю съезжаются жители всего Заволжского района и даже окрестных деревень. На этот раз ярмарку посетило около 18 тысяч человек. Не отставали и сами аграрии. Торговля велась с 455 машин. В ассортименте овощи, фрукты, крупы, мед, молочные изделия. Неизменным спросом пользовались мясо, мясные изделия и овощи из борщевого набора. Вся продукция прошла ветеринарный контроль. В целом субботняя торговля принесла сельскохозяйственникам выручки в почти 19 миллионов рублей. Ярмарку на проспекте Ульяновском приурочили году национального единства в Ульяновской области. В этой связи всех покупателей встречали зажигательными песнями и танцами артисты народных коллективов. Также все желающие могли попробовать угощение национальных кухонь Поволжья. Анна Тищенко, новости Управды ТВ.